принципе, сектор, конечно, очень интересный. Глубоководный. Вчера отбивались от усачей. Целый день нас просто задрали усачи. Всю ночь мы не спали. Каждые 15-20 минут поклевывали усачи. Плеты, триплеты, что хотите. И вроде бы отбились от усачей сегодня. Вчера тоже было много незачетов. Всех незачетов мы выбрали где-то сколько? Три, да, Жень, карту мы взяли, да, три карты. Вот. И сегодня нету усачей, зато мелких карпов просто невероятно. Тоже и дуплеты, и триплеты, и все такие 950 грамм, 975 грамм, прям вот граница. Очень много, и вот целый день мы бегали, наверное, из 12 карпов, один мешок. А может быть завтра поменяется ветер? Может ветер? Дождика не должно быть, да? Дождик на той стороне вроде. Да фиг его знает, они же не показывают ветер прямо, чтобы сусита или там береники. Показывают дождь. А где он выпадет? Посмотрим. Вроде клюет. Клюет, но очень тяжело. Честно говоря, немножко непонятно. Ну вот смотри, в принципе... Кормим близко, ловим далеко. А я не помню, мы оставили сектора, по-моему, там. Что, на... Да, ближе туда к Гофре ставили. Вообще этот сектор здесь рыбаки ловят неплохо. Но это на обычной рыбалке, не на спортивной. Все-таки здесь. Хотя у нас с левой стороны просто гуляй не хочу. Мы крайние, никого нет, рыбаки. Да, у вас только справа сосед получается. Вот они, интересно, они вчера молчали. Вчера вообще ничего не взяли, по нулям были. А за ночь они взяли, а мы ночью ни одной рыбы не взяли, но зато у нас кусача просто было невероятно. Отдохнуть не смогли. Ветер был вечно, соседи наших разнесло. Да, я уже. Да. Они уже сказали это в эфире. Да. Фотографий не было? Нет, ну они мне не добавили. Я думаю, у них не было времени фотографировать это все. Просто в дребезги. Будем ловить дальше, посмотрим. Кормим, как обычно. Ничего не меняем. Ну, что я вам скажу, ребята, молодцы. Работаете. Знаем, что это команды, которые умеют ловить рыбу. Мы обычно на третий день раскручиваемся. Да, к сожалению, да, у нас третий день это уже финал получается. Да, здесь коротко. Только как раскрутиться, тут уже, блин, и под венец пора. Ну ладно, наша вторая команда вроде бы ничего, хорошо. Да, тоже нормально, месте. Молодцы. Зато там к третьему месту тоже, в принципе, у нас там 6 с чем-то, а на третьем месте они стоят с 15 килограммов. Можно сейчас пятерку-семерку выходить и скакануть наверх. Так что это все относительно, скажем так. Ну, не знаю, у них тоже мешки есть в воде, у нас есть мешок один в воде. Будем работать дальше. Кажется, мешки в воде – это очень хороший признак. Ладно, ребята, как говорится, не хвоста, не чешуи вам. Спасибо. К водяному. Главное, что это перевести на иврит невозможно. А, да? Не, ну как бы первую часть можно, а вторую к водяному как ты это переведешь? Нету такого понятия, у них не было русских сказок. Ну да. Сатанка у них. Для Азазель, короче. Для Азазель. Все, заканчиваем эфир. Все, пока. Все, всем пока. Всем не хвоста.